Вот. Была маленькая трещинка. Да, была маленькая. Угу. Сегодня у нас 26 мая 2018 года. Договор, да, давайте я вам договор. Договор, вот он мой договор. Вот. Вот, пожалуйста, мой договор. Угу. Ключи. Так, где ключи? Куда я положила ключи? Сейчас. Вот, пожалуйста. Ситуацию.
здесь стульчик еще есть. Хотите стульчик? Смотрите. Стульчик. Стульчик. Может, немножко запылился, но там есть рябчик. Если что, на эти, может, рябчик накинуть. Если, честно говоря, может, немножко. Не совсем что критично мог там запылиться. Ну, мог немножко. Ой, в общем, не знаю, знаете, вот это погода сейчас такая стоит, что какая-то такая жара, в общем, на самом деле. Три года не было хорошей погоды. Три года не было? У вас и зимы не было, и лета не было. Ой, и зимы, и лета не было. Ну, в общем, как-то так, да. Нет, я к тому, что наоборот, да, в общем, что так так. Типа, вот лето наступило. Да. Лето наступило. Эту штуку-то я вот для белья тут уже для белья оставила, для белья тоже не забрала. Ну ладно, значит, ему не надо. Не надо, так в общем не надо, так не надо. А копию вы мне оставите, да, то, что вы пишете, да, документы, какой-то документ оставьте, что вы приезжали, что составили вот этот, как там, документ, акт, как он называется. Вам нужен мой, нет? Нет. Не нужен. Хорошо. Сейчас акт. Вас как зовут? Алексей, да? Вот Алексей нам составит сейчас документ. Вот, даст копию. Копию документа. То есть вы составите документ и дадите руководство на рассмотрение, или можете сказать, поставят мне так нового, стекло бесплатно или что? Я думаю, что должны, скорее всего, поставить. Да? Просто они будут разбираться вот с этим монтажником. Да. У нас уже не работает.